Нажми, ну да, нажми там, ты успеешь, в принципе, прибежать, по идее. Хотя... Лучше там постой, я еще постреляю. Смотри, чтобы запись шла все это время. Красная точка есть, секундомер смотри. На секундомер гляди. Коротко точности блочного лука. 40 метров. 40 метров. Еще стрельни. Я 7 стрел буду давать. Давай, давай. Чтобы показать стопроцентный, так скажем, результат из 7 стрел, 7 стрел. 40 метров моими корявыми руками, моим зрением минус один. Месяц стрельбы. Самый ругаемый лук на свете. Отличный лук. Готово! Выключаю. О пробивной способности лука я вам тоже расскажу и покажу. Профнастил уже стрелять не стал. Я, потому что профнастил, ну, это же совсем бумага. Смешно. Когда стреляешь профнастил, он прям не чувствует его, пробивает, прошивает. Поэтому вот пожестче такую железяку нашел. Сейчас стреляем. И, в общем, в принципе, и все. Как видите, стрельба из лука очень увлекательная вещь. Лук на данный момент актуален, потому что даже охота с луком при его нынешней мощности, при его нынешней технологичности позволяет, то есть эта технологичность позволяет охотиться с луком, причем достаточно эффективно, с 50-70 метров. Ну, это только умелые стрелки с 50-70 метров легко могут добывать даже с таким недорогим луком лося, кабана, косулю, ну, не говоря уже о зайцах и утках. И очередной лучок, который ко мне пришел, это уникальный экземпляр, потому что этот лук находился в руках настоящего охотника. Ну и как мы все знаем, настоящие охотники – это настоящие отморозки. Поэтому охотник настроил этот лук до такой степени, что он уже превышает 60 фунтов. Я уж не буду цифру говорить. Ну, в общем, больше, чем 60 фунтов он теперь выдает. Естественно, скорость тоже увеличена. И поражающая способность тоже такая достаточно злобная. И тянется он очень, очень тяжело. С каким звуком уходит стрела, просто страшно. Нет ничего страшнее, чем тюнинг охотника. Охотника, который из-за жажды крови и наживы превращает лук в настоящее смертельное оружие. Вот что я вам хотел показать. То есть стрела, и когда она попадает в мишень, то есть она летит с такой скоростью, что когда она попадает в мишень это пеноплекс, такой материал. Пеноплекс, очень плотный материал. И этот материал начинает плавиться от скорости, с которой приходит стрела в эту мишень. Это просто с ума сойти. Плавится и вот наплавляется на стрелу, на карбоновую.
То есть скорость дикая. И вот такие вот наплавленные стрелы у меня вот после этого лука. С ума сойти. Приветствую всех. И вот новый лучок, который ко мне пришел, который я сейчас пристреливал. Помните, как я стрелял с 30 метров по большой пластиковой канистре 10-литровой и думал, что это хорошо? Ну, прогресс не стоит на месте, я опять развиваюсь, повышаю свою точность, и теперь я стреляю по пластиковым бутылкам с того же расстояния. Следующая дистанция, которая мне уже свободно доступна, это 50 метров. С 50 метров я спокойно попадаю по мишени. Кучность, ну, достаточно хорошая. Естественно, лук может лучше, я лучше пока не могу. Так, чтобы вы понимали, какое расстояние, да? Сейчас я вас возьму. Аккуратно, кого-нибудь может укачать. Вот откуда я стрелял. Чтобы понятно было. Вон, где мишень. Уже в пути следующий лук. Такой же камуфляжной раскраски. Тоже с хорошим комплектом. Многие задают мне вопрос, а что, а как, а почему? Я это делаю только для того, чтобы лук показался у меня в руках. Я сделал на него обзор, и по той же самой цене я вам его отдаю, не волнуйтесь. Я там 3 шкуры с вас не деру и ничего с этого особо не имею. Мой интерес в том, чтобы привести лук к нам в город, и чтобы мои знакомые, мои братья могли тоже присоединиться и начать стрелять из лука, потому что это очень интересно. Поэтому прошлый лук с прошлого обзора, он уже продан, человек радуется, человек стреляет. Я ему уже привез стрелы, теперь у него полный боекомплект. Лук, колчан, стрелы, спусковое устройство, релиз оно называется. Все, доставай и стреляй. Поэтому, если кому интересно, опять-таки, стрельба из лука, из блочного лука, обращайтесь. Я вам найду, подберу специально для вас лук. Придет он обязательно, одно условие. Через меня он пройдет, я сделаю видео, я с него постреляю, я его проверю, я его под вас настрою. И, пожалуйста, идите стреляйте, занимайтесь стрельбой из лука, радуйтесь, и все будет хорошо. Вот 50 метров. Вон 5-литровые бутылки стоят. Через прицел они выглядят вот так. И стреляй, получается. Выстрел на миллион. 45 метров. Канистра стояла. Вот этой стрелой я сношу ему горлышко, короче, вот это вот. Выбивается пробка, он туда ложится. Следующей стрелой с 45 метров я просто центр крышечки загоняю стрелу. Субханаллах, вообще обалдеть. Это обалдеть. Первой стрелой прошибаю горлышко, сношу бутылку сюда пробку. Второй стрелой 45 метров рублю в центр пробки. Да.